Привет, друзья! Читайте в июньском выпуске журнала «За рулем». Обновленный Nissan Qashqai против Mitsubishi ASX и Suzuki SX4. Тест новых кроссоверов Havail. Их будут собирать в России. Skoda Scala. Это будущий Rapid? Или все же нет? Новый Kia Soul. Эффектный, вместительный, но привод по-прежнему только передний. Toyota Camry предыдущего поколения. Брат ли БУ? Вторые руки. Volkswagen Polo Sedan. Все детали. На всякий пожарный. Выбираем хороший и недорогой огнетушитель. Лабораторка ZR. Знаменитая ВД-шка ВД-40 против аналогов. Радар-детектор и видеорегистратор. Берем комбо или по отдельности. ИЖ-21-26. Вся история оцинкованного. Это и многое другое в июньском выпуске журнала «За рулем».